там скоро, у нас уже февраль не за горами, там 14 число, День Святого Валентина. Как-то пишут, основано на реальных событиях. День Святого Валентина, утро, грустная картина. На перроне задубевший самолет. Он не хочет запускаться, есть возможность задолбаться. И уже вспотел дрожать второй пилот. Он не хочет запускаться, есть возможность задолбаться. И уже вспотел дрожать второй пилот. День Святого Валентина, вся промерзшая кабина. Минус 30 за бортом и на борту. И девчонки-проводницы отморозили ресницы и забыли про любовь и красоту. И девчонки-проводницы отморозили ресницы и забыли про любовь и красоту. Вот ведь вышла не задача, чей происк, не иначе. Что за гад придумал эту маяту? В Нижнем Новгороде, в Горьком, где какие-то там зорьки, замерзает на перроне лайнер ту. В Нижнем Новгороде, в Горьком, где какие-то там зорьки, замерзает на перроне лайнер ту. На зуб не попадает, организм вовсю страдает. И, похоже, назревает ОРВИ. И как-то даже неспортивно в День Святого Валентина подхватить чего-нибудь не от любви. Ну, согласитесь, неспортивно в День Святого Валентина подхватить чего-нибудь не от любви. От такого охлаждения штурман тоже впал в смятение. И в глазах недоумение, мол, как понять, что в День Святого Валентина замерзаем коллективно, вместо того, чтоб с кем-нибудь не замерзать. В День Святого Валентина замерзаем коллективно, вместо того, чтоб алкоголь употреблять. День Святого Валентина надо женщине и мужчинам. И мужчине тоже женщина нужна. А я, наверное, не мужчина, ведь в День Святого Валентина нужно мне взлететь и больше не рожна. А я сегодня не мужчина, ведь в День Святого Валентина я взлететь хочу и больше никого. Наконец, с восьмой попытки, разогревшись от избытка непристойных выражений, захотел наш кормилец запуститься и со Стригина проститься, и в Москву на дама Дедова взлетел. Наш кормилец запустился, с Горьким городом простился, и в Москву на дама Дедова взлетел. Когда я домой приеду в понедельник, а не в среду, то жена меня обнимет, и тогда спросит, где ты был, скотина, в День Святого Валентина. И, наверное, не поверит, как всегда. Спасибо. Я всякий раз выполняю ее просьбу, он говорит, ты говоришь, что ты для рифмы придумал, что не подойти, так не называют.